Архангельский областной суд оставил без извинений приговор главе Шенкурского района Виктору Парфенову, который обвинялся в превышении должностных полномочий. Напомню, Парфенов построил дорогу взамен старой аварийной на землях лесфонда. При этом разрешительных документов получено не было. Из-за рубки деревьев и повреждения почвы государству причинен ущерб на сумму более 7 миллионов рублей. Виктору Парфенову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с запретом занимать должности в органах власти сроком на 3 года. Но с таким раскладом он не согласен, о чем рассказал в социальных сетях. Уверен, приговор, который сегодня озвучен судом, будет пересмотрен. Я благодарен порядочным сотрудникам правоохранительных органов за объективность и профессионализм. И отдельная благодарность простым жителям за поддержку. Добавлю, что приговор областного суда вступил в законную силу.